брякну, я брякну тихонечко в окно. А милую хорошую не видел я давно. Эх, ты меня не видишь, ох, ты не слышишь. Милую хорошую не видел я давно. Эх, ты меня не видишь, ох, ты не слышишь. Милую хорошую не видел я давно. Надел он черную шляпу, разгладил он усы, вынул из кармана, сам смотрит на часы. Ох, ты меня видишь, ох, ты не слышишь. Вынул из кармана, сам смотрит на часы. Ох, ты не слышишь. Вынул из кармана, сам смотрит на часы. Ай, дайте мне карету и карьего коня. Сяду и поеду, где милая моя. Не слышишь, сяду и поеду, где милая моя. Тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Сяду и поеду, где милая моя. Закурил он трубку, дым пускает мел. Милую хорошую давно он полюбил. Ох, ты меня видишь, ох, ты не слышишь. Милую хорошую давно он полюбил. Ох, тара-ра-ра-ра-ра. Милую хорошую давно полюбил. Черные у ней брови и карие глаза. А милая хорошая, не бросься ты меня. Ох, ты меня видишь, ох, ты не слышишь. Милая хорошая, не бросься ты меня. Ох, тара-ня-ра-ра, ох, тара-ня-ра-ра. Милая хорошая, не бросься ты меня. Ну я брякну тихонечко в окно. А милую хорошую не видел я давно. Ох, ты меня видишь, ох, ты не слышишь. Милую хорошую не видел я давно. Ох, ты меня видишь, ох, ты не слышишь. Милую хорошую не видел я давно. Всем привет, дорогие добрый друзья! Вечер. Добрый, ну, у кого добрый вечер! У кого добрый вечер? У кого вечер? У кого вечер? У кого утро? С вами ансамбль «Пташица»! И это гармонь в прямом эфире. И у нас новый микрофон. Видите, какие красивые? Расписные. Спонсор микрофона «Хохлома». Как ваши дела? Видите, слышите? Хорошо ли? Плохо ли? Алёша, ты меня прибавил? Класс. Всем привет. Так, самый первый главный вопрос, повторяющийся через каждое одно сообщение. Вероника, откликнись. Да. Вероника в отпуск. Уехала в отпуск. Да, к родителям. Вероника в Дубае. Воронежских. Да, Воронежских Эмиратах. Вероничка, ты смотришь, знаем. Котик. Вероника, отпишись, если ты с нами. Что, у них там интернет есть? В Дубаях? Да. Без Вероники совсем не то. Добрый вечер, добрый вечер. Она говорила, что вроде они путевку без Wi-Fi взяли. Шутки, шутки все ваши, Иван Викторович. Полибаутки. Ох, я даже не знаю, с чего начать. Давай, очень много сообщений. Сейчас вас, к вам присоединилось 780 человек. Ну вы вам молодцы. Отлично. Да. Отличное начало, но да, это да. Ведь только начало. Вы же понимаете, мы не остановимся. Добавляем нолик в конце. А лучше два. Да. Сегодня новая картинка. Можно повысить качество до 4К, кто смотрит на больших телевизорах. Можно рассмотреть у ребят ресницы. Прыщи и все такое. Да, я предлагаю пока сейчас продолжить. Давайте перекличку городов по стандарту, а дальше уже продолжим. Вы готовы петь? Что хотите? Можно «Летел голубь» повторить? Полетели. Повторить, потому что мы репетировали. Хотя зря, да, я хорошо, это сказала, сейчас споем плохо. Так, подождите, вы так прям пересели? Не, я могу сесть и туда, если хочешь, Сереж. Да уж без разницы так. А? Давайте вот так. Ну что, Ольга Панкратова, спасибо большое за прекрасное начало и отличное настроение. Спасибо. Ой, да летел голубь, да, ой, да летел голубь, да, летел голубь через город, да, летел голубь через город, ой, да через город, да.
донес он вестку. Ой, донес он вестку. Да, ой, донес он вестку. Да, донес он вестку. Броня вестку. Донес он вестку. Броня вестку. Ой, да, броня вестку. Все про Доню, да про невестку, все про Доню. Ой, да уж ты, Доня, ой, да уж ты, Доня, да уж ты, Доня, ты брось волю, да уж ты, Доня, ты брось волю. Молодец. Хоть кто-то. Да. Это был наш звукорежиссер, если что, аплодисменты. Да. Прозвучали, спасибо. Лёша, аплодисменты, в смысле, пожалуйста, там, кто сидит, похлопайте. Прекрасный звук. И мы похлопаем здесь. И мы. Так, ну что, давайте я немножко городов зачитаю. Тут прям много-много-много. Давайте я немножко городов зачитаю. Тут прям много-много-много. Итак, Республика Коми, Свердловская область, Орлов, Кировская область, Москва, Челябинская, Нягань, Орел, Саранск, Орел? Новый Уренгой, Москва снова, Екатеринбург, Пермь, Волгоград, Татарстан, Ялта, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Бишкек, Псков, Иркутск, Ижевск, Киров, Германия с вами, Архангельск, Йошкар-Ола, Липецк, Тверь, я думала, скажет, ёшки. Москва, Белгородская область, Балашиха. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, слушайте, и так хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. И так хорошо, так если на глобус посмотреть. Молодцы, спасибо вам большое, что вы смотрите. О, мои любимки, как здорово, опять в эфире. Молодцы. А где Вероника? Вероника у нас немножко в отпуске. С вами Пензенская область. Не пропустила ни одного вашего видео. Душа поет с вами. Все песни, что есть, вы просто. И сейчас я очень много раз пропустила слово «Санкт-Петербург». Я думаю, что сейчас как раз есть повод, или Лию дождемся раз. Да давайте дождемся Лию, что там еще пишут. Пока только перечисление городов. Ага. Как у вас дела? Начались огороды. У меня да. А у вас? А у вас? Правда, я еще ни разу не был на нем. Но оно началось. Нам очень приятно, что такая география вообще нас смотрит. Но да, сейчас будет объявление для жителей Санкт-Петербурга и, например, вдруг гостей города, да, в эти числа. Надо эти ложки или что-нибудь. Повод. Значит, барабанный дроб. У нас в этом году, 1 мая 2019 года, мы объявились пташицей. И это было ровно 5 лет назад. Поэтому повод у нас такой. Как-то вы не очень... радостно. Почему? Об этом говорить. Я просто вообще, я просто болею и говорю. Стареем. Не очень радостно сегодня. Стареем, очень, от этого грустим. Извините. Нет, друзья, у нас юбилей! Опять праздник. В честь этого события у нас будет два больших здоровских мероприятия в Санкт-Петербурге. 10 мая мы проведем большой квартирник-концерт в Доме народного творчества. Тёплый, Арина, пожалуйста, очень тебя прошу, проверяй, что я говорю. В Доме народного творчества Санкт-Петербурга. Все подробности, на самом деле, мы обязательно объявим, анонсируем. Следите за новостями в интернете.
А 16 июня у нас будет большой юбилейный праздничный концерт. Я правильно все сказала? Да. Юльня же? Да. Юльня? Юльня! Большой праздничный концерт, который будет называться «Пташица в кругу друзей». И не просто так. Мы сделаем концерт со своими творческими друзьями. Их будет очень много. Это будет, ну, просто очень ярко, я думаю. В общем, друзья, фиксируем 10 мая, 16 июня. Выбирайте и приходите на оба, потому что это будут совершенно разные концерты. Да. По настроению, по наполнению и вообще по формату. Ну и к тому же наш юбилейный концерт в июне пройдет в рамках большого фестиваля «Добровидение», который уже пройдет в который раз? Десятый, что ли? Я уже запуталась. Девятый, по-моему, да. Девятый раз, поэтому... Он будет проходить с 14 по 16 число. Будет очень много июня. Коллективов. Приедут, конечно же, «Играй гармонь». Будут снимать. Так что все, кто живет в Петербурге, Ленобласти, приезжайте посмотреть, посниматься, поучаствовать. Опять же, все подробности можно найти в интернете, на сайте. Да. Добровидение. Ну, как видите, мы готовимся. Шарик за ролик, говорим явно не связано. Сразу обо всем. Сразу обо всем. Друг друга дополняем. Правда, мы в процессе подготовки. Плюс у нас еще будут концерты. Ну, это, наверное, попозже мы скажем. Попозже. В общем, обобщаем две информации. У Пташицы юбилей. В этом году юбилей. 5. Именно названию и совместному творчеству в пятером. 5 лет. Вас уже все начали поздравлять с юбилеем, с юбилеем, с юбилеем. Да. И поэтому 2 события. 10 мая билеты уже в продаже. Квартирник. Сейчас все обновили видео наши трансляции. Пока будет следующая песня, можно уже приобрести билеты. Кстати, сегодня спрашивали у меня уже на концерте про билеты. Да, и... на 16 число, чуть позже. Давайте петь, а про билеты я расскажу все позже. Поспаем. Вы, пожалуйста, еще пишите, да, что вы хотели бы услышать. Не а для мы тебя. Исполнить, а мы Дарья исполним, Богдан. Что о? Сможем. Не для тебя не хотите спеть? А для кого? Для меня можно? Да, да, и для меня. Текст. Повыше, пониже. Давай пониже. Это? Да. Ну давай это. Не, давай, Свете. Сергей Сергеевич, вам удобно? Надо сейчас, секунду одну, я не успеваю за вами, друзья. Надо поменять. А, я не встаю уже. Придет весна, не для меня Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня, не для меня цветут сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он ему будет петь не для меня. Встречает он его, будет петь не для меня, и не для меня журчат ручьи, звенят алмазными струями, там где вас черными бровями.
Пасха. За стол родня вся соберется. Христос, Христос воскрес, Иисус польется. Пасхальный день и не для меня. Вино по рюмочкам польется. Такая жизнь не для меня. Он в тело белое вопьется, и слезы горькие прольется, такая жизнь прождет меня. Спасибо. Кусок. Вам все. Эх, жалко. Ладно. Че? Че, жалко, что не для тебя весна придет? Или что, куплет пропустили? Ничего не пропускали. Не-не-не, ничего не пропустили. А он там в скобках там, почему-то. Ну, это по желанию. Это потому, что Ваня его иногда поет, иногда желаю, не поет. Желаю или не желаю? Да. Сегодня вопрос. Мы не пожелали. Что, все, заканчиваем? Нет, я сейчас хочу вернуться к билетам. Угу. Давайте. Обновите, отмотали. Пожалуйста. Отмотали, да, что у нас 10 мая квартирник. У нас есть два предложения к вам. Все, кто сейчас смотрит прямой эфир, то для вас по промокоду. Вы помните, как он торопил? Нет, я посмотреть. По промокоду эфир, ну, коротенькое слово берем, не прямой эфир, просто эфир, на каждый заказ 500 рублей скидка от указанного билета. Действует до начала квартирника. Все, кто сейчас петербуржцы смотрят, можете его приобрести. Вы посмотрите, Леша уже билеты покупает, сидит в телефоне. Пожалуйста, не отставайте от него. Бухту. Ну и для тех, кто часто был на квартирниках, Лея, ты посмотри. Секунду. Я думала, ты уже все это сказала. Не, это, вот это я как раз помню. Давай, Сереж. Есть у нас один секретный промокод. А, ну, да? Секретный промокод, который называется... Да. Ну-ка, как? Никак. Это секрет. Теперь я ничего не могу найти. Поэтому для тех, кто был на квартирниках, те знают и поймут. И можно... Выключите телефоны. Заводится, да? с микрофоном. У меня нету этого. Режим, авиарежим. Все, выключаю. Мой? У меня нет этого. Не беспокойтесь. В общем. В общем, для тех, кто был на квартирниках, есть специальный секретный промокод, которым вы тоже можете воспользоваться. Для вас уникальные скидки. А те, кто еще не был, приглашаем. И гостей города, кто приедет на майские праздники, 9 и можно 10 прийти к пташце. Да. 11, 12 еще выходные. А это чей лежит? Это мой. А. Хотите попасть в наше сообщество? Покупайте билеты. Ладно, давайте дальше. Вы готовы что-то петь? Или я читаю заявки? Давай почитаем. Простите. Нет, правда, мы будем честны, мы немножко въезжаем, ну правда. Поэтому, Арина, пожалуйста. Нет, действительно интересно, что пишут люди. По-честному. У нас есть заготовочки. Как всегда, мы приготовились к эфиру, мы не так, не с бухты-барахты, знаете, но вышли к вам. Но у нас вообще не было репетиции, чтобы вы понимали. Ну да, но просто как бы этот эфир тоже вот мы хотим посвятить тому, в большинстве своем, что напишите вы. Поэтому от вас зависит, что прозвучит сегодня, на сегодняшней трансляции наши прекрасные. Активно пишите комментарии, ставьте лайки, это помогает продвижению наших видео. Угу. Поэтому, и каналы. Арина. Добавлю про 16-е, я скажу чуть позже, июня, и про все остальные концерты мы еще проговорим. Галина, я очень рада слышать вас снова. Просят город Ветка Гомельска. А, город Ветка. Привет. Привет из Нижнего. Привет. Да. В Нижний Новгород. Только были там. Видела сейчас, пытаюсь записывать, немножко голова кругом была за кадровые моменты. Подорожник, Светлый, Света и Сергей.
У нас есть другой сюрприз для вас. А вы будете пробовать? Да, почему? Да, давай. Надо как-то, как что-то делать нужно. Тогда как-то вырваться надо. Поем? Так что заказывайте. Почему мы не порепетировали сегодня? Все зависит от вас, что закажете, то и споют. А нет ли у вас в репертуаре вальса «Снова цветут каштаны»? Нет. Ванечка, поправь, пожалуйста, камеру заодно, вот ты сюда идешь. Простите, я кашляну. Надеюсь, дорогой мой человек, а ты помнишь, кто что поет? Не помнишь, да? А я начинаю или ты? Ты. По-иному и живую это ты поешь, да? Припев. Я пою. А по-иному и живую душу с тобой мы видим с тобой. Кто поет? Ты. Да? Давай это пойдет. Да. Как мы увиделись с тобой. Я не так начала, да? Это не то. С той поры, как мы увиделись с тобой, сердце радости, надежду я ношу. По-иному и живу я, и дышу. С той поры, как мы увиделись с тобой, милый друг, наконец-то мы вместе. Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви. Точно звезды светят ясные глаза, отражается в них вечер золотой. Над прозрачною и теплою водой. Точно звезды светят ясные глаза. Милый друг, наконец-то мы вместе. Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви. Не могу я наглядеться на тебя, как мы жили друг без друга. Не пойму, не пойму я отчего и почему. Не могу я наглядеться на тебя. Это все потому, что ты мне вчера платье помогал покупать. Милый друг, наконец-то мы вместе. Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви. Ай, второй, извините, пожалуйста. Меня тут... Убивает. Тебя тут рука, гармония в курсе. Вот так надо сделать?
Love! Ну, красиво все равно. Дорогие молодцы. Друзья, ну теперь вам слышно этот прекрасный дуэт? Теперь, Лия Васильевна, у вас неплохая, надеюсь, больше. Хорошая. Хорошо сыграла. Мать у вас дура! Мать плохая! Алексей, спасибо, надеюсь, ты меня не подвел, а то на прошлом видео все матюги сложили. Алина в шоке сидит только что. Ты не помнишь. Чего? Да ничего. Чего? В прошлом видео, когда они пели, громко гармонь звучала, все матюги на меня сложили. Я говорю, надеюсь, теперь вам хорошо было слышно эти чудесные голоса. Ай. Слава. Все понятно? Богу, что я успел. Очень много. Но было непонятно. А, ну ладно. Понятно, но было непонятно. Понятно, но было непонятно. О, какой приятный сюрприз. Мой любимый дуэт с Веточкой. Мяу. И Сережа, именно с этой песни. Большое спасибо, Татьяна Колосова пишет вам. Тот вариант, когда вот как пошло, так пошло, да? Ой. Что такое? Дождь, похохотали, аж пожарчело мне. Дорогая пташица, всегда с нетерпением жду ваши новые выступления. Спасибо. Часто пересматриваю прошлое видео. Спасибо вам за ваше творчество. Германия, Лариса Брум написала. Спасибо вам большое, очень приятно. Правда. Светочка, Сережа, а вы уже эту песню пели в одном из эфиров. Наверное, года 2-3 назад. Да, это божественно. Было. Браво. Мне кажется, не Ольга Махорина. А очень давно. Это ну, был, давайте посчитаем. Это был 20-й. Институт я закончил 5 лет назад, магистратуру. Ну вот, 19-й год назад или 18-й. Во, 5 лет. И больше ни разу не пели. В 17-м я закончил, в 19-м. 3 года наврал, в 19-м году. Вот. 5 лет назад. То, что я им сказала, я не буду вам больше играть. Нет. Конечно, мой золотой. Нет, мы тогда праздновали трансляцию 3 года. Значит, 17, 18, 19. В 19 году. 18, 19, 20 год это был. Ну, это было в трансляции. Давно. Юбилейного, трехлетнего. Все равно уже 4. Короче, прошло. Мы не пели, потому что у нас велосипеда не было. Ну ладно. А теперь есть. Не переживайте, слишком много акцентов. Все будет хорошо. Все хорошо. Очень крутые ребята, самые лучшие, стараюсь равняться на вас, радуйте мое сердце, Денис из солнечного Майкопа. О, приветики. Спасибо. Да. А у нас дождь. Да, и давайте закончим тогда про юбилейный концерт «Пташицы», про 16 июня. Дело в том, что концерт организовывается в рамках фестиваля «Добровидение». Концерт будет проходить в новом, восстановленном культурно-досуговом центре «Максим» на Ланском шоссе. Это бывший кинотеатр «Максим». И сейчас происходит такой момент согласования документов, поэтому сегодня мы уже думали, что будут в продаже билеты, но нет. Поэтому мы оставили вам ссылочку, где можно оставить контактные данные, и как только билеты появятся, вот прям только-только-только, мы вам ее пришлем. Смотрите, друзья, это, короче, очень удобная штука. Там вдруг кто там залезет, там будете читать. Сейчас прям объясню один раз. Прям понятно скажу. Открываете ссылку, и это вам напоминалка будет. Вы там оставляете контактные данные, и потом вам придет что-то, да, Арин? Когда билеты появятся ссылка в продаже, билет, сразу же придет вам ссылка на билеты. То есть, грубо говоря, это как анкета, поставить на телефоне будильник. Анкета предзаписи. Да, сказать. Анкета предзаписи, совершенно верно. Потому что... Оставляете данные, вам приходит сразу ссылочка на билеты, как только они появляются. Вы в первых рядах покупаете билеты на наш замечательный концерт 16 июня в КДЦ, Максим, Ланское шоссе, 35 даже, по-моему, если я не ошибаюсь. Вау, сразу прошу, пожалуйста, мы смотрим слова. Милая. Над полями зорька светлая и береза река заветная. На листах твоих багряный свет, что же друга не лава все нет. На листах твоих багряный свет, что же друга не лава все нет. Лишь уйдет со мной расстанется, и минута годом тянется ясным днем. Ночью при луне, без него покоя нет мне. Ясным днем и ночью при луне, без него покоя нет мне. Ой, березонька нарядная, ты послушай, ненаглядная, я откроюсь, душу не тая, для тебя навек любовь моя. Я открою
тронет, а я для него навек любовь моя. Лучше нет на свете верности, с верой чистою без ревности. Где бы ни был парень дорогой, всюду я с ним, всюду он со мной. Где бы ни был парень дорогой, всюду я с ним, всюду он со мной. Река глубокая, милый, радость синеокая, я откроюсь, душу не тая, для тебя навек любовь моя. Я откроюсь, душу не тая, для тебя навек любовь моя. Вот на бис. А что это? Ух! А, ух! Все тебе подсказывать нужно. Все было. Все было, что было, закат в зале. Все, нет звука, третий раз поем. Сама любила. Ладно, это не та песня. Никто не верил. Сера, закрой окошко. Не надо. Потянула что-то. Ну не надо, ну жарко. Это слабость. Вань. Нет, в целом я могу так постоять. Ну не надо, сядь, сядь. Сядь, ты потом пожалеешь. Нет, это просто сквозняк, там открыто и там. Привет из Ливен. Относительно недавно недавно познакомился с вашим творчеством. Запали сразу в душу. Достал отцову гармонь. Учусь играть. Можно зимнюю песню для Наташи и ее птенцов. Вот это правильно. В таком городе грех не достать гармонь. Ливен, угу. Город ливенских гармошек. Не только. Так. Ну что, зимняя? Зимняя готова? А там что-то, что-то пишут еще. Первый вопрос. Флешки на Озон закончились? Закончились. Попозже. Да. Сережа уже собрал большую коробку. Чуть-чуть, буквально до конца недели. Во вторник, ребят, во вторник. Ну, они во вторник, а пока их там приходы. Ну, я во вторник, а дальше уже как бы не моя прерогатива, сорян. Там уже работает Озон, зон-зон. Да, до конца недели точно должны быть. Кто будет пересматривать эфир, вспоминайте об этом. Ссылка тоже есть в описании. Что пишут? Ох, Анастасия Некрасова. Арина, просьба к ребятам спеть. Запели песни, заиграли. С грядущим юбилеем. Любим вас из Алматы. Пусть ребята и поют. Запели песни, заиграли. Правда, в троечка надо с Вероничкой петь. Но у нас есть сегодня сюрприз. О, да. Как раз лирическая была сейчас веселая. Мы со Светиком споем вам новую песню. Та-та-там. Мы, получается, запоем песни и заиграем. Да. А вообще хочу сказать, что вот эту песню, которую мы споем, да. Я сейчас работаю в ансамбле «Новоселье», в поселке Новоселье, да, где эту песню исполняют. И на самом деле я ее раньше знала, но мы ее активно какое-то время пели. Вот, я играла с таким удовольствием, думаю, ну какая красивая песня, тоже надо спеть. Так что, если кто смотрит, дорогие мои женщины, всем привет! Вас я сейчас смотрит 1470 зрителей. Знаешь, что кто-нибудь там точно смотрит. Там есть твои любимые женщины. Вот, дома. Я знаю, что я еще смогу сказать сейчас. А теперь, пожалуйста, дорогие друзья, копируем ссылочку и отправляем с удовольствием своим друзьям, чтобы нас смотрело как можно больше зрителей. Любимых женщин. Любимых женщин. Как можно больше любимых женщин. Эвакуируйся. Сделай, пожалуйста, вот так. Ты совсем эвакуировался? Нет, на эту песню. А, поправь, пожалуйста, камеру. А что надо сделать? Ну, чтобы было девочка. Да, я думаю. Да ладно, сидите. Друзья, тут спрашивают, баян от Гуччи? Баян не знаем, но гармонь точно. Сергей Грабошников спрашивает вас. И подпевал. Максим Топленкин очень много раз уже писал сообщение. Ансамбль «Пташца». А нет у вас определенной песни «Деревенька» на юбилей для бабушки? Что-нибудь «Бабуля моя драгоценная милая»? Бабуля моя. Не поняла, песня-то про бабушку? А, деревеньку. На мотив «Деревеньки»? На мотив «Деревеньки» переделать про бабулю. Нет, такого у нас еще не было. Да, несколько раз в чатах писали, что... В чатах. У нас один чат. В чате, что день рождения. Поздравьте, пожалуйста. Я думаю, что пускай вот эта песня будет сейчас подарком для всех, у кого день рождения сегодня и в ближайшие дни. Поздравляем. Песня очень красивая, друзья. Любви, весны.
Если дождик, то весенний. Если дождик, то чтоб грибной. Чтоб теплый. Чтоб расти. Да, сразу извиняюсь, немножко я гнусавлю сегодня. Прощена. Целый эфир. Болею. Поехали? Да. Звездочка тучку задела, росы роняет в туман. Песня вдали пролетела, песня вдали пролетела. И подпевал ей, и подпевал ей, и подпевал ей баян. И подпевала, и подпевала, и подпевала гармонь. Ивушка клонит под ветром тонкие ветки свои. Если любовь безответна, если любовь безответна, верить, не верить, верить, не верить, верить, не верить любви, верить, не верить, верить, не верить, верить, не верить любви. Пусть пронесут по заречью песню мою соловьи. Если тебя я не встречу, если тебя я не встречу, значит, не встречу, значит, не встречу, значит, не встречу любви. Значит, не встречу, значит, не встречу, значит, не встречу любви. Тут ничего не поделать, каждому в жизни свое. Звездочка тучку задела, звездочка тучку задела. Сердце задело, сердце задело мое. Сердце задело, сердце задело, сердце задело мое. Комментарий. Светлана вас. Личка, а вы, оказывается, голубоглазая. Класс. Оказывается. Все-таки видно стало. Глаза открылись. Да, да. У меня все голубоглазые в семье, вообще это, все. Это качество камеры. Улучшилось сегодня. Да. Браво. Лия, Света, молодцы. Спасибо. Архиев Фазылова пишет вам. Ребята, люблю вас, спасибо за ваш талант. Дай бог вам всем здоровья и счастья. Геннадий Пашабеков. Простите, чью фамилию неправильно могу прочитать. Был комментарий, что были на вашем концерте в Нижнем Новгороде. Прошел как на одном дыхании. Класс. Это правда, мы вообще мы в полнейшем восторге, на самом деле. Немножко, опять же, если быть честными, немножко волновались, и когда вышли на сцену, и нас встретили не только бурными аплодисментами, но еще и вот этими криками, приятными возгласами, вообще просто все сразу. Да, потрясающая публика была, вообще замечательный очень, концерт. Очень приятный прием. Я предлагаю пока рассказать, какие еще будут концерты, совсем скоро. Очень молодой человек активно спрашивает, приедете ли вы в Тулу. Скажу так, что нет, не приедут. В ближайшее время точно. Что там случилось? Ну, приехать приедут, но не в ближайшее время. Первое, самое ближайшее. Город? Вологда. Вологда! Вологда. Ой, подождите, музыкальная заставка тут уже. Ha 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 ha
ансамбль «Пташца». Музыкальная заставка. 25 мая. 25 мая. Город Вологда. Город Вологда. Колледж искусств. 14.00. Вологодский колледж искусств. Все правильно. Да. Ансамбль «Пташца» выступит... 14.00. Я сказал, да. Ну, время не так, принципиальность. В смысле? Арина, ты не представляешь, как нам важно. Приятно и важно, что мы помним эту информацию. Молодцы. Спасибо. Я горжусь тебе, вами. Дорогая, спасибо. Там а мы тобой. Потом, дорогие друзья, камеру. Поправим, поправим. Ванечка, ты перед... Город Вологда. Встречаемся там. И еще с ансамблем «Солнцеворот», да. Руководителем которого является Александр... Нет, нет, подождите, подождите. А так где это, Саша Поляков? Это тот самый? А уже спрашивали. Это тот самый? Так он что, в Вологде живет? Ребят, что, правда? Да, и до встреч. Ребята, встретятся в Вологде и встретятся 16 июня. Да, два раза даже. Концерте. Так что, Вологда, покупайте билеты. Да, кто очень хочет увидеть Александра, вот вам тоже явки, пароли, пожалуйста. Они еще не подтвердили 100% согласие. Там есть небольшие... Как эти вопросы вышестоящие, нюансы. Потому что вызывается филармонический большой ансамбль «Солнцеворот», поэтому мы их очень ждем. Ждем, что им все одобрят. Так, следующий пункт. Вот это вот выражение лица, когда ей нравится комментарий, она так улыбается сразу. Следующий пункт. Пермский край. А, да. Два мероприятия, которые мы уже запланировали. Первый в селе Елово. Что там, Иван, будет? Не знаю. Браво. Ясно, понятно, спасибо. Там будет ансамбль «Пташица». Господи, скажите мне, 13 или 14 июля? По-моему, 12. 12? А, 15 мы уезжаем. Обожаю. Короче, не уезжаешь ты, Сергей, 15-го. Говори сама. Елово. Уточним, 13-го, 14-го или... Или 15-го. Или 15-го. Будет мероприятие в поселке Елово. Это будут выходные дни. Там будет уличная сцена, праздник села. Как мы правильно понимаем, и ансамбль «Пташца» будет там. А 15 июля, про июль говорим сейчас, ансамбль «Пташца» сделает квартирник в городе Пермь. Сейчас происходят маленькие согласования, и буквально немножко мы... Ну, место-то уже знаете. Место. Напомню. Дом. Дом писателей. Писатели, да. А про август будем говорить? Не трогай. Я вспомнила бы сама, что в августе. В августе бор. Точно бор, Потехинский камертон. Нижний Новгород, бор, да, ансамбль «Пташца» на Потехинском камертоне. Господи, дай памяти, 9-11 августа. Вот, так что... Да. А еще мы можем уже смело говорить, что ансамбль «Пташца» приезжает с тремя концертами в Москву и Московскую область. И это будет аж в ноябре. Билетов еще нет, конечно же. Мы вам напомним. Еще напомним. Не переживайте. Это будут выходные 16-е, это, по-моему, суббота. Это будет ДК «Мир», город Реутов. Перед этим... Ершова, Одинцовский район. Да, это пятница. Московской будет. Области, там, там концерт. 15-го, да. И в воскресенье, 17 ноября, будет квартирник. В Москве. В Москве. Место мы еще уточним. Так что вот. Вот такие планы у нас, друзья. Очень грандиозные. Как всегда. Что поем? Арина, спасибо тебе. Да, спасибо. Спасибо. Да. Ты наш мозг. Да, да, да. А еще небольшие вставки, что, скорее всего, будет два прямых эфира с юбилейных концертов. О, ну да, это было бы вообще класс, конечно. Те, кто не сможет там попасть. Ну что, я предлагаю петь дальше. Вот такие пироги. Лия, ах, Косила просит. Косила? Косила, извините. Могу спеть, в принципе. Наверное, да. Ивана просит про брата песню. А, если... Да, будем так давно, думаю, что... Нашла. Не будем. Можешь найти. Чего? Простите. Ночку луговую или сенокосную пару. Не будем, нет. Да, Вероники не нету. Она наша солистка. От людей на деревне не спрятаться. Может, потом? Когда? А? Сегодня? В смысле, сегодня. Попозже. Найдете? Нет, позвольте, я картинку поменяю. Лена, нету, да? Сейчас, подожди секунду. А, у меня нет ее я на диске. А пока я ищу подсказки... Наверное, не будет. Вот мы так много озвучили, дорогие друзья, всяких мероприятий, которые у нас будут проходить летом, и не только летом. И чтобы о них узнало больше людей, вы сейчас можете скопировать ссылочку и отправить
тому, кто нас сейчас пока не смотрит, но потенциально может смотреть. Поэтому копируем. И, ух ты, ты хочешь хаммер мне купить? Нет, я хочу тебе хаммер. Я два комментария добавлю. Вдали от родины Иван пел буквально два эфира назад. Да, не так давно. Ну, классная песня, скажите. Новую споешь? Какую? Аня, а так и должно быть вот это вот с микрофонами так, да? Нормально? Я так понимаю, спонсор нашего сегодняшнего показа – таблетки Гинкоум, да? Чего? Никто ничего не помнит, никто ничего не знает. Сегодня подарите нам. Можно сказать, спонтанные эфиры, потому что… Ну, посмотрим. Мы не планировали даже без Вероники выходить, но ребята решили… Объявить о концертах наша, наверное, сегодняшняя задача, ну и спеть, конечно. Тут Егор уточняет, вы в Пермь приедете? Егор, отмотайте, пожалуйста, на 3 минутки пораньше. Все, я готова петь. Ах, Косилада, Косила, отпусти косу, бросила брусок под ветку ивову, сама по тропке к милому и дужую травиночку, на ту луговиночку, темною на заметочку, гитару маха в клеточку. Иду, ковчонка белая, на мне иду смелая, резиновых прокосами, в сапожках мытых бросами, навстречу мне в два лучика, эскадьяного чутика, поглядочка нестрогая. Сережа, уйди, то пора залоговать. Костер у ног попыхивал, дымилась речка тихая, и чай заварил мне быстренько, смородиновым листиком, и я запомню навеки, как брал меня он за руки, как целовал за бабушка, как пахла медом травушка. А когда ходишь, не думаешь. Думаете, да? Да, очень они хотят как лучше. Да, а петь как? Простите. Простите. Что будете петь, елочку? Кто-то будет возвращаться? Да. Мне сказали, что будет елочку. Герман Дружинин тебе пишет. Да, только болею, простите. Не переживай, все хорошо. Хорошо. Сейчас? Пойдем сейчас поем? Лия, прекрасно. Герман Дружинин. Да? Пойдем. Красавица Лишка, спасибо. Заберите золотая душенька, уже. Золотые пальчики, золотой голос, теплый, родной, чистый. Браво, спасибо. Софья Логинова пишет там. Мы привели тут эту артистку. Правильно. Слышишь? Ванюша, ты сюда? Гармошки?
Сереж, садись, я могу поправить. А что, ты будешь петь, правда? Не обманываешь, папа? Давайте стук монотонный колес. Вареньку? Нет, елочку. А, все, ухожу. Надо поправить тогда камеру. Сейчас, секунду. А я же правильно понимаю, ты в лесу родилась, елочка? Да, вроде. Ты позволишь, я тебе немножко помогу? Варя изъявила желание. Маленькой елочке из лесу елочку взяли мы домой. Из лесу елочку взяли мы домой. Бусы повесили, стали хороводы. Весело, весело встретим Новый год. Весело, весело. Да пой, Варя. Поет. Сколько на елочке шариков цветных, каких розовых пряничков, шик золотых. А, да, разве? Спасибо. Чё? Нет, это из другой песни? Да. Варя, ты молодец. Браво. Ты такой молодец. Чего никто не хлопает ребенку? Так ладно, ладно, все. Надо готовиться, Варя. Надо готовиться. А то в следующий сказал раз. Ваня. Видишь, Варя, подарки никто не несет сразу. Все хорошо. Будем Варю купить. Давай. На базу. Так, нет, давайте что, Вареньку будем? Да. Пить? Да, 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 конечно. Ты так будешь сидеть? Вот сюда сяду. Садись. Исполните, пожалуйста, для чего мы живем на земле. Тебе дать что-нибудь? О, давно не пели, кстати. Дайте, пожалуйста, какую-нибудь... Палочку, он красную. Какую-нибудь дайте палочку-выручалочку. Человеку. На, Варечка. Так. Говоришь, только мы аккуратно будем, да? Потому что здесь два микрофона. Тадичка, прям вот совсем поправь. Вот так вот. Эть, здесь снизу, хорошо? Все, тогда. Я там навертел, но не факт. Варя, Варя, Варенька, ни большая, ни маленькая, сердцем добрым, ласковым, работящая. Ты, Варенька, Варенька, старенькие валенки, да пойди на край села, повстречай меня. Зима сибирская, зима пришла в наш город Наби. Новосибирь зажег огни, и на проспектах фонари горит румянец на щеках, осанки мчатся коньяк, и две слезинки на щеках намалены в шагах. Варенька, при наших старых маленька, с бойкою частушкою не унять себя. Братья Заволокины, те, что Геда с Сашею, сердцем страданиями, глядя на тебя. Зима сибирская, зима пришла в наш город Наби. Новосибирь зажег огни на проспектах, фонари горит румянец на щеках, осанки мчатся кони, ах, и две слезинки на щеках, навалены щека. Ай, Варя, Варя, Варенька, да подошли я маленький, я гений с Сашею не плачь, сердце мне не рви, пусть еле их не брат, даже и не кум, не сыва, но у нас одна любовь, зима Сибири ты. Земля сибирская, земля, тебя в беде я отстаю, с тобой в
преподу, с тобою радость разделю. Мне без тебя не сна ни дня, ты в жизни счастье для меня. Любовь моя, Сибирь моя, зима сибирская, зима пришла в наш город на Вин. Новосибирь зажег огни, и на проспектах фонари горит румянец на щеках. Осанки лучатся хунья, и две слезинки на щеках наварены щеках. Так, пойдешь на кафедру бубна пойдешь, Варя, похоже. Я же всю песню улыбаюсь. Она поет, да. Шуська, ты ма! Варя, артистка наша. Ты молодец. На найду. Простите, пожалуйста. Так, дальше. Счет за любовь. О, для чего мы живем? Да. Ну сегодня просто... Стоп. Надо, а то мне гармонь. Я сейчас, Вань, быстро заплачу это за любовь. Хорошо. И снова моя боль. Наконец-то не будут писать, что я заглушаю этот ангельский голос. То, о чем лысые о расческе, знаете ли. Так, вспомнить бы еще. Да, милая. Секундочку. Можно петь реально, что у меня вылетело. Счет за любовью наплачен, звезды угасли над ней. Дождь за окошком вздыхает и плачет горькой печалью моей. Дождь за окошком вздыхает и плачет. Спасибо, все. Флешка найдена, на флешке файл найден. Ой, а то вот сюда последнее время все перегруз какой-то. Готова? Вообще нет. Но у меня есть варианты. Не хочешь, я тебе объявлю? Да что ж такое? Сейчас начинаю. Неуважение какое вообще. Счет за любовь обоюдно плачет, звезды угасли на дне. Дождь за окошком вздыхает и плачет горькой печалью моей. Кошкам вздыхает и плачет горькой печалью моей. Это печаль о несбывшемся счастье вдруг невзначай пролила. То ли слезинка из глаз, то ли дождинка скатилась на платье, то ли слезинка из глаз. Я не ищу на вопросы ответы, в мыслях не спорю с судьбой. Я повинюсь за несдержанность эту перед одной лишь собой. Я повинюсь за несдержанность эту перед
Браво! Оплачен? Нормально? Насколько еще теперь? Красивый голос, красивый романс. Браво! Горелова Ольга пишет. Браво! Слушая вас, уходят проблемы, завораживают ваши голоса, чистота и благодать исходят от вашего исполнения. Надеюсь, и вы ощущаете нашу любовь, дорогие наши. Виктор написал. Спасибо большое. Светлана, вообще спасибо, что вы писали про эту песню, потому что она мне самой безумно нравится, и ее вот хочется как-то рассказывать. А тоже говорила, не буду играть. Вот, видите, Лёшки просто не было. Сколько песен вернулось. Ура! Что случилось? Так неси сюда, солнышко. Давай к нам. Тортик. Тортик она приготовила папе, несёт. Тортик. Вам, почему папе? А, нам, не послышишь, папе. Я приготовила папе тортик. Так, ну что, я предлагаю... Стук монотонный, давайте. Да. Готовы? Люблю эту песню так тоже. Давно не пели, да? Викторич. Да-да-да. Это любимая песня про Проши. Да? Из Воробьевки. Как, не Воробьевка, как называется? Вань, да, а дашь гармонь или Сереж? Крюша, Воробьевка перепутала. А можно я воспользуюсь моментиком, поздравлю свою старшую сестру с днем рождения? О, точно, видела сегодня фотку. Оля! Оля-ля! Моя рыбонька. Оля-ля! Спрашивали для мамы. Поговори со мной у мамы. Сегодня день рождения у мамы. Хотите спеть? Не знаю. Да можно спеть? Как хотите. Можем? Можем. Можем? Можем, конечно. В общем, Оля, любовь. Олечка, день рождения тебя. Че, поехали? Решенька, сделай. Тебе не надо подстроить. Видео. Секунда. Можно секунда, раз. Поехали. Раз, два, три, четыре. Пришла провожать, поезд устал тебя ждать, с детства знакомый перрон, только тебя нет на нем. Робок был твой поцелуй, как первый шаг малыша, первое слово люблю, ты мне сказала тогда. Снова в пути буду тебя вспоминать, ту, что сумел полюбить, ту, что сумел потерять. Стук монотонных колес будет мне петь до зари, песню утраченных грез. Песню утраченных грез, песню.
надежды и любви. Песню надежды и любви. Там другие слова поешь? Я как бы, я такая на бэках немножечко у тебя. Новая версия. Ну, спой песню. Я думаю, что там не только бэки, там еще по тексту. Стук монотонных колес будет мне петь до зари песню утраченных грез, песню надежды и любви. Понял? Ну, я слышал другие слова просто какие-то. А, он такой не понял. Я бэки-то я понял, но слова другие я не понял. Бэки. Ну, ты поешь песню утраченных грез, а я просто песню грез. Да. Ты поешь песню надежды и любви, а я понял. Песню любви. Сейчас, а где-то уже чуть-чуть пролетел комментарий, было написано, вот кого надо посылать на Евровидение. О, да не надо нас никуда посылать. На что, они не едут куда? На Добровидение! Не надо. С 14 по 16 июня город Санкт-Петербург. Капелла, Сибур-Арена, КДЦ «Максим». Все. Приходите. Мы там. А если нас смотрят руководители или участники разных ансамблей, солисты народного жанра, то мы их еще приглашаем принять участие вместе с нами. Да. Заявки до 20 апреля. Переходите на сайт добровидение.ру, оставляйте свои заявочки на участие в фестивале. Да. Мы всех ждем, все встретимся обязательно, можно будет пообщаться, обменяться опытом. Много в этом году площадок, прям. Много. Браво! Вам все пишут. Ребята, молодцы, душевно, по-настоящему. Здорово вам и творческих вам успехов. Здорово вам. Да. Обожаю вас, дорогие пташцы. Флешка с вашими песнями всегда со мной и в пути, и дома. Марина Класс. Васильева написала. Спасибо. Кто-то выше спрашивал, есть ли флешки с песнями. Есть. Они есть на Озоне, но временно они там отсутствуют. Из-за большого спроса они отсутствуют там. Но мы поработаем. Мы отправляли партию в миллион, все разобрали. Да, твои слова, да. Правильно, правильно. В смысле, это правда? Миллион? Ну что? Подумаешь, 3 нуля, да, перерисовали? Быть честными, часть наших флешек арестовали на границе, и мы не можем их получить. Всю тайну раскрыли. Поэтому тучи ходят хмуро. Да. На границе. Потому что флешки пташицы. В Китае. Вань, ну спой, пожалуйста. Что там пишут хорошего? Пишут хорошего, много хорошего. Сейчас любит вас, Тольятти пишет, красавчики. Спойте, пожалуйста, песню «Для чего мы живем». Уже много-много раз. Вань, пожалуйста. Про маму? Или про маму? «Для чего мы живем на земле». Для чего? Давайте повторим. Давайте, что, вместе. Я на бэк, хотя бы ее. А у меня, знаете, пока вопрос вы тут... Спасибо. Пересаживаетесь. Текст-то был? Будут. Давайте немножко познакомимся снова ближе с коллективом. Расскажите немножко о ваших ролях в ансамбле. О, кто есть кто? Кто что делает? Я Сережа. И он делает все. Вот, например, сейчас я ему опять какую-то сотую задачу дала и сказала, что он ответственен за это. Он такой. Угу. Вот. Ну, у нас как бы нету, прям, мне кажется, таких вот прям сильно четких, но Сережа у нас вообще делает все, это правда. Он и аранжировки напишет, и костюмы погладит, и резиночки девочкам купит, и булавочки, заколочки даже, все у него есть. Аптечка наша ходячая. Вот аптечка, да, это, ладно, хорошо, вот, окей. Да, а что, я неправду, что ли, сказала? Это вообще золотой человек. Хотите, расскажем вам интересный случай. Сережа не был на одном Сережа не был на одном концерте в Челябинске. И мы такие что-то начили на расслабоне. Встретились, значит, с Татьяной Ивановной, нашей дорогой знакомой. Сидим, попиваем кофейку. Концерт скоро, надо гладиться. Приходим, а там, значит, такие девчоночки. Кто они у нас были-то эти? Кураторы. Кто? Кураторы. Нет, не то говоришь. Кто не был, тот все знает. Кто не был? Тут... Нет, не про то ты говоришь. Короче, приходим в гладильную комнату, а там заселились в гостиницу девчонки. Какие-то то ли гимнастки, то ли какие-то они футболистки, кто они там. Гладят форму, все утюги заняты. Мы, значит, на панике, да? Так ведь было? Это потому что Лебедева с нами не было, и мы так просто... Вот детей выгнал.
Нет, ты бы подумала об этом раньше. Да, а мы такие привыкли, что это задача обычно на Сереже. И погладились мы, конечно, через... Ну, в общем, вы понимаете. В этот концерт. Как же плохо нам без Сережи. Мы ему потом написали. А потом не то, что даже... А, Сережа написали все. А потом мне пишет Арина. Арина, да. Напиши, пожалуйста, в райдер, чтобы у нас были услуги гладильщиков на фестивале. Сережа сказал, нет, я буду сам гладить. Вообще. Нет, не буду. Не доверяет он вашей костюме. Я вам не доверяю. Нет, на следующий концерт нам, кстати, все погладили. Просто небо. Спасибо. Ну, вот такая история, поэтому... Ну, я и говорю, Сережа и аранжировки напишет, и он помогает всегда по голосам, особенно, что, кстати, мальчиков. Ну, не красней, солнце не красней. Недооцененный человек. Всем привет, Вероника пришла в эфир. Ура! Наконец-то. Зая, где ты там? Где ты там? Почему не с нами? Вы готовы? Как Барбарис, Вероника. Или крыжовник. Поехали. Или крыжовник, что там у тебя? Все. Я пытаюсь понять в нарастающей мгле, для чего мы живем на земле. Не нарядом блистать, не богатством слепить. Мы живем для того, чтоб друг друга любить. Не нарядом блистать, не богатством слепить. Мы живем для того, чтоб друг друга любить. Я пытаюсь понять в нарастающей мгле, для чего мы живем на земле. Не от крови пьянеть, не от денег шалеть. Мы живем для того, чтоб друг друга жалеть. Не от крови пьянеть, не от денег шалеть. Мы живем для того, чтоб друг друга жалеть. Я пытаюсь понять в нарастающей мгле, для чего мы живем на земле. Не гордыню хвалить, не стращать, укращать. Мы живем для того, чтоб друг друга прощать. Не гордыню не стращать, укращать. Мы живем для того, чтоб друг друга прощать. Я пытаюсь понять нарастающей мгле, для чего мы живем на земле. Варечка, спасибо. Ягодка. Варечка очень ждала, когда вы допоете песню. Что? Нет, она вам несет угощение. Неси скорее. Варюш, только не туда. Провод. Перешагивай. Перешагни. Ножку подними. Да пусть обойдет она лучше, там много проводов. И хоп. О, молодец. Иди. Это нам все? Спасибо. Вот эта ложка розовая просится ко мне просто. Дай, пожалуйста, Варюш. Ты тотик. Спасибо тебе большое. Еще бы это зайка. Моя ложка. В эфире мы торт не ели еще. А с чем хоть? С
Пластилином. Пластилином, да. Спасибо большое, Варя. Спасибо, Варя. Варечка, спасибо, солнышко. Нет, это клубничный, да? Варя, это ты всем или мне только одной? Всем? Жалко. Ты в одно лицо хотела? Спасибо большое. Я поделюсь с ребятами. Вероничку тут всех... Все рады видеть Вероничку. Ей пишет легенда. Вероника, легенда вернулась. Возвращение легенды. На линии Вероника. Так, переключаем камеры в Воронеж. Да-да-да. Вот бы так можно было. Можно было. Да? Ну, можно было, да, подумать об этом заранее. Здравствуйте, любимые пташцы. Как всегда, вы на высоте, очаровательны, талантливы, порадовали. Будет концерт в Москве. Буду ждать. Спойте, пожалуйста, Гилю с любовью. Эх, мордовочка, вы звезды. Татьяна Чумбай. Приветики, кино Гилю. Девочки. Тяжело будет. Вероничка, ты легенда. Это прикольно. Возвращение. Сегодня с моим голосом только вот так говорит. Возвращение легенды. Песня классная, как и вы сами. До мурашек пишет. Спасибо. Что, давайте поактивнее петь, а то Алексею туда. А, да, у нас цигель-цигель, ай-лю-лю. У нас есть одно условие от звукооператора, что он до... Да, 8 часов он превращается в тыкву. Да, карета его. Мальчики, спойте, пожалуйста. Да, а мы пойдем. Опа. Споете? Ой. Ваня, ну спой, пожалуйста, «Стоим в поле» с братом Колей. Она сейчас так актуальна. Песня про брата. Будет сольная трансляция, споем. Сейчас не будем миксовать. Ваня готов спустя долгое время выйти в сольную трансляцию. И в планах у него это сделать на этой неделе. Да, Иван? Ну, если получится, да. В планах. Планов не было. Просто скоро я уезжаю на гастроль. Поэтому нужно максимально. Твой где-то вот здесь был. Вот, ребятки, ну вы пока пойте, а я пойду перекушу. Хорошо, хорошо. Тортику. Как мне вылезти теперь? Свет, сможешь камеру поправить? Да, вот я. Приближение сверху, вот эти большие кнопочки. Ага. Да. Лишка, береги свой шикарный голос. Иванечка, тоже береги свой голос. Любим, любим Устюжна. Какие красивые, приятно всегда на вас смотреть. Ты залетка не балуй, да принародно не целуй, а целуй на улочке в темном переулочке. Ты, сударушка, Варварушка, веселенький глазок, за тебя, моя Варварушка, ударили разок. Через быструю речоночку ходил, буду ходить, чернобровую девчоночку любил, буду любить. Я кашу колица на косу, зеленая трава. Я люблю, а ты не любишь, я годиночка моя. Пойдем домой, Матаня, Зорька занимается. Ваша мама ничего, а моя рука.
полагается. Ничего не надо, Светик, да. Все. Не-не, подождите, я все-таки, я все-таки поделюсь, но удаляем только немножко. Только немножко. Мы на сухую не едим. Ванечка, так это исправимо сейчас, подожди, дорогой. Мы постимся, мы постимся. Что за смешки опять? В смысле? Так, те, кто был... Пишет, ой, браво, 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 браво. Елена Крючко пишет, ой, спасибо. Браво, давно не пели, ну правда же, браво. Вообще. Мальчики, браво, Наталья говорит в глаз. Молодцы, Люба, любови спасибо, мои. Мои любовные, творческого полета вам. Эльмира Гореева пишет, браво, Иван, Сережа, молодцы. Спасибо за день. Немножко вернемся спасибо. К концертам. Спрашивали про другие города, видела Новосибирск. В Новосибирск ребята очень хотят, но пока не сложилось. Думаем, что как-нибудь доедем. Беговатая ситуация. А ехать до Кушна, конкретно ехать. Конкретно. С ночлегом, как говорится. Видела, спрашивали про Северодвинск, Архангельск. Очень хочется. Да, думали, скорее всего, по поздней осени, может быть, приедем. Мам, ты слышала? Ты спрашивала, моя рыбка. Пташца, поздравьте, пожалуйста, мою маму, Гасникову Татьяну Алексеевну, город Уржум. С юбилейным днем рождения. Спойте, наверное. Поговори со мной, мама. Давайте. Какая? Анна какая? Пишет вам. Вот это моя, да. Мы, поздравляйте. Мы поздравляем и споем для вас песню. Ваня. Ой. Что? Мне, кстати, тебя очень плохо слышно там. Может, ты рядом, рядышком со мной сядешь с гитарой? Нет? Сейчас вот тут нельзя надо. Тебе сесть? Хотите, я его не слышу. Я быстро все теряю сейчас его. Для выполнения задачи. Меня тут пока писали выше комментарий, по какому принципу я выбираю, какой комментарий читать. А вот как, на какой комментарий глаз упал, тот я и читаю. Ну, представляете. Нет, Арина еще в момент трансляции успевает анализировать, какой комментарий нужно читать, а какой не нужно, и читает тот, который нужно читать. Нет, я думаю, что она прям правду... Нет, она прям правду сказала, мне кажется. Время. Так естественно, правда. У нас, во-первых, время, а во-вторых, пожалуйста, мы так хорошо тут уютно сели. Посмотрите камеру. Я не так ее настраивала. А то сейчас кого-нибудь не будет в кадре, да. Прям сели кучкой. Да-да-да. Кучкой. Могучей. Как любим. Довольно
я своей судьбою. Того, что пройдено, не жаль. Но как мне хочется порою вернуть безоблачную даль. О, говори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой. Слово детства подари. Оставлю в сердце я. Дороже всех наград на свете мне песня тихая твоя. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой. Мне снова детство подари. Днем рождения вашу чудесную, любимую маму. Всех мам, кого сегодня. Да, и всех мам. Моей маме 98 лет, и слушаю эту песню, плачу, мне 70. И пока мама жила, мы дети. Очень трогательное исполнение. Собираясь в родительском доме, всегда ее пели. Наша мама тоже смотрит. Мама, привет вам. Мои точно смотрят. Светлина, Евелина, Иванина, все смотрят на меня. Так, трогает до слез, навевает какую-то светлую грусть. Пусть ваши мамы будут здоровы и радуют вас любовью еще долгие годы. Марина Васильева. Спасибо большое. Не песня, а нектар. Тепло и душевно. Равных вам нет по красоте и исполнению. Лучше исполнение. За дело. Так, тут был вопрос к Ване. Ваня, ты куда уезжаешь? Я уезжаю в Вологодскую область. Частично задеваю Архангельскую, потому что Вологодская не везде нас принимает. По пунктам лучше выложить фотографию. Вы смотрите в моих соцсетях, потому что она должна обновиться. Я не знаю, Арина обновляла или нет. Поэтому я не буду врать. Но Вологда точно. Село Молочное. Иван Викторович. Пожалуйста, читайте. А вот как раз таки тут неправильно. Потому что там есть изменения. Галя, у нас отмена. Да, все правильно, Серега. Галя, отмена. Потому что, правда, некоторые дома культуры, но я без всякой этой предвзятости и обиды, вроде как бы согласовали, а потом у них, оказывается, там какой-то конкурс, там фестиваль и так далее. И
приходится изменять, искать какие-то другие залы. Да, кто-то там по две недели думает, а кто-то и месяцами думает, может он принять или нет. Поэтому будет обновленный список, смотрите на моих страничках. Кстати, вот страничках. Ваня у нас как первопроходец, он, значит, едет. Например, в Советский так было, где приходят, потом я везу туда пташек. Да-да-да, потом мы едем туда. Правда. Ты наш просто этот... Так что ходите Колумб. Такой, да. Иван Викторович Колумб. Да, я помню, что село Молочное, это рядом с Вологдой будет. Сямжа, Молочное. О, Сямжа. Непотягово. Кичгородок. Кичгородок, так вот именно, что там нет, другой. Меня... Молочное, это знаменитое. Нет, в Кичгородке будет, только там какой ДК там переменился, ДК Заречный или какой-то. Заречный. Вот. В Тарнаге тоже отменилось, где-то в Красном будет, по-моему, я населенные пункты. Я их даже сам, когда еду по адресам, я же последний раз заблудился. У них там название, название одно, а деревня другая, понимаешь? Да? Помнишь, в Вожегу тоже ехали, туда уехали. Все время блудим. Вологодская область, Архангельская, большие. Ну, еще Красноборск в Архангельской области. Красноборск, Черевково. О, передавайте привет там всем. Так что, пытался в Устюг, но Устюг не принял. Леха. Тарнага, к сожалению, тоже перенесла. Нюксеница никак не приняла. Два дома культуры, все заняты, понимаешь. Все. Так что, кто там писал с Нюксеницы, я старался. Даже не только один, да. Подключал все силы местные. Но, к сожалению, никак. Так, у нас 7 минут. Цигель-цигель, ай-лю-лю. Да. Милые пташечки, как же давно вас не было. Соскучилась. Сегодня какой-то особенный вечер. Спасибо вам. Во всем удачи и Божьей благодати. Валентина Синякова пишет. Спасибо. Спасибо большое. У нас осталось буквально на полторы песни времени. Из того, что вы мне отметили, для чего мы живем на земле, и за лесом солнце просияло. Нет, давайте что-нибудь еще, повеселее на финал. Да. Зимнюю песню просили много раз. Мне звездочку хочется спеть в конце. О, давайте. А что там еще просили? Вдруг там что-то просили такое, что мы такие... Да, почитай. От людей на деревне не спрятаться. Давайте, почему нет-то? От людей? Не пели, да? Давайте, а какая-то анализ тут помнит? Люди есть была, вроде. А, давай я подыграю. Спасибо, Варя, мы будем ждать. Мы с тебя делали, солнышко? Ваня, но в следующий раз мы любим Сережа. Что? Ты мне должен песню. Да. И я тебя просила. Кому ты я должен, всем прощаю. Колывань? Очарована. А ты мне после эфира споешь? А, колдована. И ты. Ты на рептице пел. Да, конечно. Значит ты. Про 3 года ты мне снилась, я хочу... Светка, меня запуталась, все. Как людей, это надеюсь, все случилось. А сейчас в эфире 1814 человек. Запись остается в эфире. Пересматривайте. Ссылочки на билеты в описании. На билеты в описании. Ну что, поехали? А почему «до» тут написано? Давай играем. Ну, давай. От людей на деревне не спрятаться, нет секрета в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься в стороне от придирчивых глаз. Не сойтись, разойтись, не сосвататься в стороне от придирчивых глаз. Ночью в роще такая акустика, уж такая светлая у нас тишина. Скажи слово, любимая акустика, речь твоя всей округе слышна. Скажи слово, любимая, речь твоя всей округе слышна. Но не бойся, тебя не обидим мы, не пугайся, земля, земляка. Здесь держать можно двери открытыми, что надежнее любого замка. Здесь лежать
уйти от придирчивых глаз тем, кто держит свой камень за пазухой. Ох, и трудно в деревне у нас тем, кто держит свой камень за пазухой. Ох, и трудно в деревне у нас. На деревне не спрятаться, нет секретов в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься в стороне от людей. Не сойтись, разойтись, не сосвататься в стороне от придирчивых глаз. А что касаемо подарков там? А ты подарила? Я пишу гармонию до. Осознанно. Ну, чтобы просто брать ноты. Которые... Да, подарок, что, всем, друзья, всем спасибо, кто был в прямом эфире. Мы завершаем. К сожалению, время прошло очень быстро. Цигель. Два часа пролетели незаметно почти. Да, кстати. Да. Всем напишем, еще раз повторим, где какие концерты, где какие промокоды. Да. Спасибо. Это был такой информативный эфир. Да. Простите нас, для нас не он так? Чуть-чуть такой спонтанный, обычно мы там пытаемся, готовимся. Да, у нас есть тут песни. Много дел, да, ну, видите, Вероника у нас уехала, но нам нужно было выйти, потому что скоро и я тоже поеду, и, в общем-то, другого времени, не времени будет. Возможности не будет объявить об этом всем. Поэтому не огорчайтесь, скажите, если кому-то показалось, что не так активно, как обычно. Зачем подать свою? Я буду. На мне высоко. Ташцы, процветание, здоровье. Спасибо огромное, спасибо большое. Браво, спасибо за эфир. Давайте. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам большое за эфир. С вами был ансамбль «Ташица». Иван Разумов, Светлана Кошлева, Сергей Лебедев, Лия Брагина, Вероника Курбан-Мамадова. Я надеюсь, ты там подпевала, да. Это была «Гармонь» в прямом эфире. 38-й выпуск. Мы рады были выйти. У нас в этом году юбилей. 5 Спасибо, что лет. Вы вошли к нам в эфир. Мы рады были выйти, а вы вошли. У нас сегодня в этом году юбилей. И у нас два концерта 10 мая и 16 июня. Два больших концерта. Все подробности у нас в интернете. Подписывайтесь. Ярко над Волгой светит звезда, я на свидание опоздал. Иду с повинною головой, я по дорожке вслед за тобой. Я по дорожке, ох, по дорожке, я по дорожке вслед за тобой. Я по дорожке, ох, по дорожке, я по дорожке вслед за тобой. Звездочка ярко светит в ночи, ты мне сказала, лишь не молчи. Знаете сами, кори глаза, что не могу ни слова сказать. Что не могу я, ох, не могу я, что не могу ни слова сказать. Что не могу я, ох, не могу я, что не могу ни слова сказать. Распила ты косу черную, разметала волосы по плечам. Закричу я все четыре стороны, никому тебя не отдам, никому тебя не отдам. Звездочка в небе уж не горит, мы прогуляли ночь до зари. Я любовалась волжской волной, а я ж любовался только тобой. Я любовался, ох, любовался, я любовался только тобой. Я любовался, ох, любовался, я любовался только тобой.
Сани. Снова до зорьки будем гулять. Я постараюсь не опоздать. Я постараюсь, я постараюсь. Я постараюсь не опоздать. Я постараюсь, я постараюсь. Я постараюсь не опоздать. Расплела ты косу черную, разметала волосы по плечам. Закричу на все четыре стороны, никому тебя не отдам, никому тебя не отдам. До новых встреч! С ансамблем «Пташица»!